Красноярцев ждут морозные выходные, но на следующей неделе потеплеет. В субботу ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 24 градуса, днем минус 18. В воскресенье температура будет примерно такой же, днем синоптики обещают не меньше 19 градусов мороза, а в начале следующей недели тоже холодно, ночью не меньше 25 градусов ниже нуля. Днем в понедельник минус 19, а вот со вторника специалисты гидрометцентра обещают значительное потепление. В среду ночью минус 14-16, но днем уже минус 2, минус 4. В южных районах края еще теплее, столбики термометра поднимутся выше нуля, в среду-четверг до плюс 1. Да, действительно, предстоящие выходные у нас сохранится еще морозная погода. Температура воздуха, преобладающая ночью, 24-26, дневные порядка 16-18 градусов. Ветер слабый в восточном направлении и пройдет небольшой снег. Такая же погода сохранится в понедельник. Но в связи с тем, что уже в атмосфере пройдут изменения, то есть потоки на высоте изменятся на широтные и будет подхватываться очень теплый воздух с республик бывших Средней Азии и Советского Союза, уже во вторник мы ждем 10-12 днем. Пройдет небольшой снег, а в среду уже ночные составят порядка 14-16, дневные минус 2, минус 4. Такая же примерно погода сохранится и от четверга.